Ленты славы из цветов национального флага. Сегодня их можно увидеть повсюду. Продолжающаяся в эти дни акция затронула различные адреса. И участие в ней принимают и узбекистанцы, и гости нашей страны. Только сегодня в столице, в районе Музея вооруженных сил Узбекистана, было роздано более 1000 лент славы. А само мероприятие объединило представителей разных поколений.